Не, Сережечка, это так не сработает. Я же очень хорошо играю. Да ну подожди, я поддался, серьезно говорю, ну Серега. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фуфлик, Угабуга, FM Zoom, Приз, Черное Жерло и Тачи, Серега, пацаны, поздравайтесь. Приветики, омлетики. Всем привет. Здравствуйте. Ахайо. Ребятушки, мы скачали классную карту, называется «Будущее», и будем убегать от Poppy Playtime. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, ребят, на крыше не встаем, куда он это залезть не может. Он может залезть, он может прыгать очень высоко, Серега. Все, он везде может достать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где, пацаны? В описании. О, Фуфлик. Так, уже двое. Два. Так. Синих уже. Опа-опа-опа! Опа-па! Ты меня так не убьешь, уж тебе не фуфлик, ты ж понимаешь, да? Так, Дима, пацаны, быстренько. Выживаем. Так что, фуфлик, ты лох получается? А, блин, меня убили. Серега, ты чего? И ты подался. Да я подался, чтобы тебя убить. Да не, мне кажется, ты не поддавался, просто у тебя не получилось. Я поддался, чтобы тебя найти и замочить. Не, я буду максимально быстро убегать, ты не допрыгнешь. Говнюк такой. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы влепите лайкосик обязательно. Так. Кто у нас отлично? Опа, допрыгнуть не может никак. Блин, ты чё, шутишь? Я же убегал. Не, Сережечка, это так не сработает. Я же очень хорошо играю. Да ну подожди, я поддался, серьезно говорю, ну Серега. Миссия выполнена, Да что так быстро все умирают, вы чего? Ну вот так вот, Дима. Тут хоть управление плохое. Можно, получается, можно бежать и бить, из-за этого можно легко убивать всех. Да, а ты что думал, в сказку попал? Я там думал, что я в сказке. А я еще застрею здесь. Тихо. Так, подожди, пацаны, давайте перекличку. Кто живой? Я. Так, пацаны, хорошо. Кто останется последним выжившим, будет лучшим игроком. Все за ним. Я его хочу убить, хоть одного. Иди сюда. Да что так легко? Что такое? Бога, можешь использовать оружие? Да, оно его не спасет, у нас жизни очень много, это так не работает. Все, да что такое? Его. Че так быстро? Так, хорошо, пацаны, давайте сейчас сделаем раунд 2, будем выживать от NPC. Они, конечно, немножко застряют, но мы их поставим очень много. Вы готовы? Нет, подожди. Да они какой жди? Ты уже должен быть все. Подождите. Ну все, начинаем. Ставлю первого. Пошел, и сразу музычка такая. Опа! На тебе! Дима сразу! Да как? Он на расстоянии хватает! Он всех ходит! Дима, он даже выше, чем я прыгнул. Да-да, они как-то очень хорошо играют. Где он, пацаны, инфу? А он застрял. Так, я буду еще одного ставить. Я Серега специально возле тебя поставил! Я прыгнул, чтобы того достать, а ты меня поставил. Ну конечно, я же как и ты подставил сам себя. Сам тебя. Короче, вы поняли. Да все, я его достал, все вам хана. Все. Блин, они когда бегают, карта, да, дрожит? Да, потому что они жирные, Дима. Они наверное тяжелые. А че они такие тяжелые? Много бургеров, кингов. Короче, следующий, ребята, ролик выйдет Red Blue. Будем перестреливаться между собой. Так что, кто хочет увидеть такой ролик, где мы будем 4 на 4 поделимся, ставьте плюсик или напишите, мы хотим. И мы сразу будем записывать классный режим. Это будет, кстати, новый режим на моем канале. Мы еще такой ни разу не записывали. Есть карты с КС. Знаешь, Серега, Red Blue режим такой? Нет. Это когда по командам делишься? Говно. Отлично. Ого, они схватили чувака, вы видели? Они прям в воздухе хватают. Дима,
Беги. Не-не-не, я просто возле краешка не стою. А мочат и мочат. Два штуки, смотрите, что делают. Просто нереально мощная. Психи, психи, Дима. Что, еще ставить? Давай еще. Еще, еще. Да зачем вы мне скинули? Ну блин, а кто скинул меня? Серега, это ты меня скинул. Нет, нет. Не сквозь стенки убивай. Так, о, застрял. Говно, он меня через стенку убил. Так, давайте его вытащим. Это все пройти. Да, пошел, Дима, пошел. Не помогай ему, он тебя съест. Да блин, он застрял через текстуры, как жидкий металл, и убил меня. Это нечестно. Так, пошел, пошел. О, это не хватает, чувак, смотрите, в руках носит. Ого, не прыгает. Кстати, мы так не могли прыгать высоко. Дима, Хаги-Ваги умер, он в яму упал и сдох. О, значит что, они могут умирать от большой высоты? Да. Еще ставим. О, давайте еще Вуди поставим. Ой-ой-ой, еще. Хочу мясо, Серега. А что ты хотел? Да не бойтесь, пацаны, не бойтесь. Серега, где ты стал? Ого, не разговаривает. Ой, Сквиду. Серегу утащили. Он мне башку откусил, Дима. Так, вытягиваем этих челепиздрика. Да зачем вы меня скидываете? Просто надо быстрее валить. Все отлично, я успел. Это читы, у них Сквидвард! Вот эту жесть вы устроили. Откуда он там? Так, 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 так. Я живой. Музыки разные. Ого! А! Ты что? Жесть, Дима, какая-то, да? Я перестрался, увидев Вуди, который выпрыгивает не на меня, он... А! Теперь на меня. Еще, 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 еще. Кто-то поставил еще одного психа. А он не может выбраться. Ты шифты, а из-за того, что ты будешь бежать еще быстрее. Да, Эмми и тучка нафигел. А может не надо с шифтом бегать, а потихоньку ходить? Да, просто надо ходить. А, я вижу, чувак, я ходил просто так. Ого, он прыгает! Ничего! Я вспомнил, мне надо купить кое-что. Надо всем убедить. Все, я вот тут. Я нашел место, где они меня не достанут, Серега. Дима. А, нет! Мне надоело, они мне голову отпустили. Не думай, они тебя видят. Ты что, что творится? Так, 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 так. Они прыгают, как неадекватные какие-то психи. Эй, хачи! Ах! Ах! Ну что, психи, они не будут так бежать. А вы что чудите? Я живой, да ну! Я живой, я живой. А как ты так вырвался? Я живой, я живой, я живой. За мной какое-то красное говно бегало, но я убежал от него. Молодец. Не важно, бегаете вы или нет, они все равно быстро бегают. А, да. А я убежал. Я убежал, я живу. Так, хорошо, давайте я сейчас повселяюсь, попробую я вас помочь. Давайте только я буду за Вуди играть. А Вуди, ты дурак, что ли? Ну, Вуди. Так, игнорирует игроков. Так, стоять. Сейчас, ребятушки, я буду играть. Ну что, вы готовы? А ты не всех удалил. Всех. Не, вон ходит Хаги-Баги. А, да? А это не я ставил, это кто-то из вас поставил, удаляйте. Удаляйте, удаляйте. Ладно, давайте я карту аннулирую, потому что я вижу, люди не знают, как удалять. Так, сейчас я вселяюсь. А где мышка? Ну что, пацаны, я пошел на охоту. Мне принципиально хочется убить Серегу. Давай, удачи. Я иду, я иду. Такой прикольный походняк у него. Медленная черепаха по имени Дима. Эй, не убил. Вижу. А, это не Серега. Где же Серега? Да, подождите, подождите. Стояй! Есть один. О, давайте я буду один. Вы не берите, а будете между... Будем воевать, давайте. Разрешаю оружие использовать. Блин, Серега промахнулся. Да что ж они как рахиты бегают? А ты что? Нет, это так не работает. Так, зашкерили все. Давайте. Убили! Они так легко убиваются? Да-да. Вы чего? Теперь мы будем воевать? Дима проиграл. Воевать, убивать Диму. Ой-ой-ой. Будем издеваться, да, надо мной? Да. А подождите, он как дурачок дергается, не могу его поймать. Ты дурак, что ли? Дай тебя пой... Да успокойся. Да подождите, я еще не вселился даже. Ну все, погнали. Лично, один слился. Я же псих, ребята, я разозлился очень сильно. Ой, это что? Так, ого. Дживелин в Диму. Это я ты где нашел? А, не попал. Ай, промахнулся, блин. Он как-то сквозь текстуры, что ли, пролазит иногда.
Эй, вы друг друга убиваете, мне это нравится. Мне тоже. Серега, я тебя вижу. А удачи тебе. Да вы задрали, давайте без пушек, давайте пулеметами. Я так никогда не выживу, вы чего? Давайте другие пушки берите, кроме вот этого. Да-да, нас одного раза убивают, это неинтересно. Так, я просто буду убирать. Да. На тебе за это, щенок вонючий. Погнали, нет, погнали. Что? Серега, у меня отойди, отойди. Дима, ты думаешь, что спрятался? Ну, а Джавелин-то все видит, Дима. Зараза Джавелиновая. Не убил, не убил. Так-так-так-так-так-так. Дима, на тебя летит. Ай-яй-яй, меня откинуло. Получил, получил. Она что, метко так стреляет, что ли? В таком расстоянии это маленьком? Же, это самонаводящаяся ракета. Я знаю, что? Я же ее скачивал, я хочу ее этот обзор на нее записать. О, нет, на нас напали. Ух ты. Ой, я, кажется, не в Диму запустил. Я улетел с... Я с карты вылетел. Серьезно говорю, увидите. Это прикол какой-то. Что за фигня, я с карты вылетел. Это обстоятельство. Пошли за летучки. А, я могу в воздухе бить. Ой, Серега. Ой, это кто? Серега. Я в Диму целился, я в Диму целился. А, убил другого чувака своего. А где он? Где Дима? Спрятался он. А. Он сзади. О, зайц. Не, блин, я убил. Серега не убил, так хотел Серегу убить. Да на тебе за это. Ага. А, беги. Где? Вот Серега, вот Серега! Беги, да ну блин, он управляется как кусок говна! Получил. Гори, гори! Гори, ясно, чтобы не погасло! Позакрепливались-то крыши, блин, и сидят! Я даже не верю туда! Да блин, да и коктейли Молотова все по мне бросают. Представляете, какие психи? Не-не-не-не. Да я, блин, дерги. Тут лазю под какими-то туннелями вонючими. Нет, понял. Слышь, ты снайпер вонючий, я тебя убью. На, убил, отлично, хоть кого-то слил. Где он? Где он? Я иду убивать. Не надо, я... Надо, я надо, не... надо. Так, и красная я граната. Не выключить. Ой. Тупо. Какая красная граната? Я. Какой? Дима! Не, давайте не используем красную. Вижу, 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 вижу жертву. Нет, это... Так, а где Серега? Он же тут был когда. Да я... Так, как дурак, прыгай. Ага, вы друг друга мочите, молодцы. Серега, молодец. Я не хотел. Ой, ой! А как я тебя не убил? Как это я тебя не убил, вот скажи. А, нет, не трогай, не трогай. Отлично. Ой-ой-ой, откидывая сразу. Своих убивайте. Вы джавелином пользоваться умеете вообще? Да. Да, конечно. Дима, обязательно. Ай! Да откуда, откуда? Бежу. Ребята, бегите, просто бегите. Бегите. Ой, сирена пошла, все на кучу. Что там делаете? Все. А я ушел оттуда вовремя. Ой, Серёга, какой плохой. Сережечка! Упал. Я сам себя убил. Сразу видно, профессионалами играю. Да блин, откидывает! Кто так управляется? Наоборот, ой-ой, если бы он еще легко управлялся, я вообще бы жестко бы играл. О, ребята, давайте сделаем, чтобы мне было проще. Есть у нас. Я, блин, Диме не попал, Дима. Ладно, как гравитация, думаю, делать. Да. О, я знаю, что надо сделать. Сейчас. А, все, 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 все. Ой. Играю четко. Я в Диму целился. Как-то странно, я играю. Ага, я понял. Сейчас, ребятушки, у меня тут небольшие неполадки. Сейчас я все исправлю. Ну че, теперь я готов. Теперь я готов. Чему ты готов? Серега убивать, смотрите, сейчас Серега умрет. Нет. Да, смотри. А, ты взял на расстояние, которые, да? Да. Офигеть. Я взял полноценный пилпак. Ой. Нет, зачем? А, это который не убивает, стойте. Вот который убивает, я не того взял. Во, вот теперь прощай.
Отлично. Ребята, раз уж он пивпак взял на расстоянии, мы попробуем усилить Сэма. Так, 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 так. Отлично. Ой, так они видят, как будто бы. Что это? Кто занёс? Отлично, ребята. Ну что, теперь и Серёжечка, прощай. Ой, по башке, чё так больно? Чё вы такое скинули? Вы психи, вы психи. У меня жизни много. Вы меня выкинули за карту. Я не знаю. Ой-ой-ой, вы чё? Вы чё такие неадекватные? Я так люблю только делать. Я могу тпхаться? Я не могу тпхаться. Я могу тпхаться, смотрите. А ну-ка. Ой, класс. Я могу тпхаться. Так. Отлично. Пошел отсюда. Ты смотри, грамотей. А где он? Он на крыше. Он под лестницей. Так, все, штеримся, штеримся. Вот это они меня хотят, ребята, убить, у них ничего не получится, я им не дам этого сделать. Все, давайте, если две минуты я повыживаю, вы меня не выкинете с карты, я не умру. Значит, я буду победителем. Я тебя убью, не бойся. А у меня 800 тысяч жизней, если бы сказать. Да это мало. Почему твоих убивать? Да потому что это убивает. Так, я теперь должен убить Серегу любыми способами. А где Дима? А где он убил сидит, а? Внизу, внизу. Где вы? Отлично. Ты не пугай то. Отлично. Ух ты, нормально, я их тоже немножечко нагибаю. Конечно, плохо, что мы медленно бегаем, это очень. Вижу Серегу. Есть, есть, Серегу убил. Радость полная. Конечно, и хоть раз тебе замочил. О, заморозил меня. Заморозили, за. А я, получается, разбился, дальше могу ходить и убивать. Я невидимый получился. Фу, это нечестно, Дима. Нет, это не я, честно, это вы оружие такое использовали. Все, давайте жалобы на него. Забаним Диму. Так, хорошо, давайте я сейчас возьму это и уменьшу себе жизни. Сейчас, стойте. Сколько мне сделать жизни так, чтобы было более... Сколько? 10 тысяч. 10 тысяч? Все, давай, хорошо. Морозное оружие убираем, не надо, оно забавно. Да, оно бага. Вы меня не слышите, да? Я играл с какими-то психами. Так, тихонько, тихонько, пацаны, 10 тысяч жизней себе делаю. Так. Димас. А, вон Дима. Все, я себе сделал 10 тысяч жизней, погнали. А я разошелся, пацаны. А мне жизни не убавили, стойте. Да. А что мне? О, все, 10 тысяч жизней, отлично. А нет, 100 тысяч. А нет, 10. А! Да отвали, твоя красная морда, красные глаза. Да нет, что-то 10 тысяч жизней мало. Да. А что, быстро уходят? Да да. Быстро, уже у меня уже их практически нету. Извините. Отлично, отлично. А где он? О, Дима, я тебя... Ты сидит крыть. Где ты там? Выходи, Дима. А жесть, да вы что вы делаете? Успокойтесь. Нет. Вот. Так, надо где-то зашкериться, мне кажется. Шкериться не надо. Ну ё-моё, я в яму упал. Ну ладно, победили. Все, я согласен, вы убили меня. Ну блин, я так хотел повыживать, но мне не дали никакого шанса. Если вам понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Вам всем отличного настроения и всем пока. О, по-человечески. Серега, ты сколько бомб взорвал-то? Рабочий сон сделал.